уже начали богослужение после перерыва, который длился год. Решили поехать к владыке Авелю и просить его, чтобы создать там приход. Час выделено на домашнюю церковь, в которой мы первый раз уже пропели «Христос воскресе» на эту Пасху. Мученику и победоносцу Георгию помолимся, рыцарь Моисея. Святому великомученику и победоносцу Георгию помолимся, рыцарь Моисея. О, святому великому ученику и победоносцу Георгию, помолимся рыцарь Моисея.
помилуй. Владыко Господи, Боже наш, власть имея всякие твари, Тебе молимся и Тебе просим, якоже благословил и умножил еси стадо патриарха Иакова, благослови стадо скотове сих, всех зде предстоящих и молящихся, и умножи, и укрепи, сотвори е в тысячи, избави от насилия дьявола, и от иноплеменники, и от всякого навета врагов, и воздуха смертного, и губительного недуга, огради святыми ангелы твоими всякую немощь, всякую зависть, и искушение, чароства же и волшебство, от действа находящего дьявольского, отгоняя от него, яко твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Господине нашим, блаженнейшим митрополите Савве, Господине нашим, пресвященнейшим епископе Мироне, и Господине нашим Преосвященнейшим епископе Григории, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Богохраними, стране нашей, властях и воинстве, я да тихо и безмолвное житие поживем. Во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему и святому великому ученику и победоносцу Георгию, еже услышатися гласу моления нас грешных и молитвы, и помиловать я здравии и спасений рабов Божиих, и протоиерея Андрея, и всех зде предстоящих и молящихся к титора, поющих во святем храме сем всех, прихожан святого храма сего и всех православных христиан, и покрыть их от всякие скорби, беды, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные, даровать же им здравие с долгоденствием, рцем си скоро услыши, и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И за вся христиан и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как милостивый человек, любец Бог, если и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Премудрость! Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица, спаси нас! Честнейшую веру и бессомнейшую без сравнения Серафим, без исследия Бога слова нашу, сущую Богородицу тебя величаем! Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. 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 Благослови.
молитвы Святой Матери, Святой Славы, Святых Святых Твоих, помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, настоятельного храма сего, протоиерею Георгию, Ерею Алексию, Марии, поющего сетим храме сим, и всем, где предстоявшим и молявшимся, всем приходящего храма сего, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, и многое лето. Воскресе! Дорогие во Христе братья и сестры, день прекрасный, сегодняшний, солнечный, теплый, и святого великомученика и победоносца Георгия собрал нас под своды этого храма, древнего храма, здесь, на кладбище, также помолиться воскресшему жизнодавцу, подателю жизни и бессмертия, Христу, молитву человеческого сердца, чтобы она была так крепкой, чтобы пробивала небеса, и через предстательство святого угодника Божия Георгия была умилительной жертвой перед престолом Божиим. Приветствую вас, дорогие прихожане, приветствую всех гостей ваших, приветствую отца Анатолия, приветствую отца Александра, приветствую отца Иоанна, приветствую отца Андрея, приветствую нашего служителя в всем храме, отца Алексея, приветствую отца Феодора, приветствую отца Алина, также, который ходил по кладбище, и других, всех, которых, быть может, и не помянул. Желаю, чтобы дух бодрости, дух христианской веры и дух любви царил в вас. Желаю, чтобы из года в год крепла вера, чтобы крепла надежда наша на милосердие Божие, чтобы Он продлевал мир в нашем очень лукавом мире. И желаю, чтобы была вот именно сильная и постоянная любовь, чтобы не было вражды, а любовь, которая ограждает все, и она побеждает все. Потому что, когда умирал Иоанн Богослов, он последний апостол, и к нему пришли ученики и говорят, что ты нам скажешь? А он был старый, уже 100 лет ему было больше. А он говорил, детки, любите друг друга. Только то, если то соблюдете, все будет. И вот, с этой, быть может, краткой, но окончательной мыслью, чтобы любовь царила, чтобы всегда... Кто любит это место здесь? Для некоторых оно может страшное, потому что смерть, потому что гробы, потому что предки отошли. Но любите, любите предков, а через предков будете любить и будущее. Потому что, как говорил один поэт, чтобы знать, дорога пришла, треба ведеть, сколько вышло. Вот, и если мы будем знать это, то тогда и будем знать дорогу пришлую. Желаю всего хорошего. Христос воскресе! Христос воскресе!
Idźcie z chorugiem. Święta